Ребят, привет! Да, у нас сегодня эфир будет по вводный эфир коротенький по депривации сна. Что такое в моем понимании депривация сна и что мы будем делать на марафоне? Спасибо огромное за сердечки. Как всегда, очень приятно. Обожаю сердечки и цветы. Вот. И смотрите, про депривацию сна я не придерживаюсь. Я не придерживаюсь аскезы. Ни в каком ее проявлении. Ни в проявлении еды, ни в проявлении сна, ни в проявлении какой-то вежливости или еще чего-либо. Мне это не интересно. Я могу себе позволить делать то, что мне действительно интересно. Вот. И здесь как раз от Розалины. Спасибо, ребята, здесь сердечки, тоже очень приятно. Вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл депривация на силе воли или это не дает никакого результата? Нет, ребят, это дает результат. Это дает результат, когда вы как бы цепляетесь за... Вы как будто в форточку подглядываете за тем процессом, что может с вами происходить. И это тоже на какой-то стадии, наверное, здорово. Наверное, здорово, чтобы вы прочувствовали свои возможности, возможности своего физического тела. Возможности своего мира, возможности своего понимания и восприятия. Это имеет место быть. Но то, что с вами происходит на естественной депривации, это уже абсолютно другие процессы. И они масштабнее, они глубже, они плотнее. И это про другое. И самое, что интересное, наверное, я же никого не буду... Во-первых, я никого не хочу контролировать. Никому не хочу навязывать свою точку зрения, свое видение. И, конечно же, я никого и не смогу проконтролировать, потому что вы будете по ту сторону экрана. И это не просто будет практика, да, для кого-то это будет практика. Вы кто-то начнет сразу практиковать, у кого-то не будет такой возможности, кто-то просто... этот марафон будет смотреть тогда, когда ему удобно, и начнет практиковать в те дни, когда ему будет удобно. Но вообще этот марафон идет как информация. Практиковать мы можем в любой день начать. До марафона, во время марафона, после марафона. Но практиковать что, если вы не знаете, про что это? И как раз на марафоне я вам раскрою, что такое депривация, что происходит с вашим телом, когда вы спите, почему нас укладывают, почему у нас идет такие процессы, как вот нужно лечь вот в это вот время, чтобы загрузить тело таким-то гормоном. Что дает этот гормон, когда вы восполняетесь? На этот гормон, как на масло, накладывается иная информация, которая не принадлежит вам. А кому она принадлежит? Для кого это удобно? Что происходит, когда вы убираете сон? Что происходит, когда вы убираете сон механически? Что происходит с вашей нервной системой? Что происходит с окружающим миром, когда ваша нервная система начала работать по-иному? Какие опыты ставят на людях, выключая нервную систему? Что происходит?
как управлять, давайте так скажу, пока своим миром. Что такое реализация желания на депривации сна? Есть ли она вообще? Кому она доступна? Как я могу это осуществить? Вы... Когда вы будете владеть этой информацией, вы будете понимать, что такое депривация, и для вас уже будет не актуально у кого-то спросить, а у тебя там на депривации исполнилось какое-то желание? А что у тебя произошло на депривации? А как убрать механический сон? Вы уже будете понимать, если я сделаю вот это действие, у меня произойдет вот это. Если у меня произойдет вот это, у меня последует событийный ряд вот этот. Мне его нужно, чтобы что? И тогда вы становитесь управленцем своего мира через свое физическое тело. Как ваше физическое тело появилось здесь? Что ваше физическое тело здесь вам выдает в формате сна и в формате вне сна? Как вы можете из сна переносить информацию вне сна? Почему вы ее можете там считывать, а здесь нет? Почему вы там считаете, что это сон, а здесь, что это явь? О всех этих вопросах мы будем разговаривать на марафоне по депривации сна. И когда меня люди спрашивают, а когда будут марафоны по прошивке мозгов, по тому-то, по тому-то. Ребят, смотрите, у нас, у меня все марафоны по перепрошивке мозгов. Вот смотрите, вот телефон, да, вот у него одна грань, вторая грань, третья грань, четвертая грань, пятая грань, шестая грань. Кто-то там еще там под грани увидит, там еще что-то. А если мы будем смотреть вот так вот, я буду смотреть, я скажу, ой, здесь только один экран. А другой скажет, так нет, тут камера есть, он смотрит с этой стороны. И мы с ним можем не понять друг друга, потому что я с одной стороны смотрю, он с другой стороны смотрит. Но это один и тот же предмет. И марафоны, каждый марафон, он идет на акцент на какую-либо грань. Где-то грань идет на нашу фабрику по постоянному, нескончаемому вырабатыванию наших клеток, которые могут нам дать состояние вечности в этом физическом теле. До какой стадии вы готовы сами это принять? Это один марафон. Другой марафон, например, что такое сон? Третий марафон. Как нам выйти в состояние, пусть будет малоедение, да, вот так вот, редкоедение. И чтобы быть в ресурсе, да, как у нас любят говорить, чтобы энергия у тебя никуда не сливалась, чтобы ты ее чувствовал всегда. И каждый марафон вас приближает к самому себе, к новой грани себя. Хотите эти все грани познать моментально, в раз? Но закрепиться тоже другое, но познать хотите, если? Пожалуйста, ребят, приезжайте на ретрит. Там я проворачиваю вас со всех сторон. Там уже вы от меня никуда не денетесь. Да, и когда спрашивают, есть ли скидки, есть ли рассрочки. Ребят, конечно, есть, потому что все, что я делаю, это не про деньги, это про жизнь. И поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, вы стесняетесь их задать, все, что касаемо финансов, там еще что-то, это ваше стеснение. Меня вы можете спрашивать все, что угодно. И на каждый ваш вопрос у меня есть ответ. Каждый момент, он решаемый абсолютно. Вот абсолютно каждый. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, вот насколько вы хотите себя проработать, насколько вы готовы, настолько вы себя проработаете. Если у вас не складывается с тем обстоятельства, с тем, либо с тем, подумайте, почему вы от себя все равно бежите. Почему для вас важнее и быстрее
и, может быть, спокойнее сходить там до аптеки, до столовой, до кафе, не знаю, там, до психолога, который вас может прорабатывать годами, вытаскивая что-то там из детства, не проработав то, что есть здесь и сейчас. Вы можете туда сливать свои ресурсы. Это же вы выбираете. А можете просто весь ресурс взять и бухнуть просто в себя. В здесь. Глуся, вы обожаете сердечко, я обожаю вас. Спасибо, Глусечка. Розалина, благодарю за ответ. Да, ребят, и еще завтра, 12 числа, в Сочи, на Новогинской, в РСТ-студии, многие знают, кто местные, да, будет абсолютно безоплатная встреча с 5 до 8 вечера. Да, вот решили такой подарок мне сделать и оплатить студию, в которой я могу встретиться с вами абсолютно безоплатно. Вот. Будет ли такая встреча еще или нет, я не могу сказать. Но, конечно, если будет такая возможность, что кто-то и следующую встречу сможет там проплатить, у меня просто нет такой возможности, то я с огромным удовольствием с вами встречусь, отвечу на ваши вопросы, на самые каверзные. Может быть, конечно же, кого-то разберем. Поэтому, если у вас есть возможность присоединиться завтра, то, конечно же, я вас жду. Места хватит. Там, конечно, студия, она ограничена, но я думаю, я уж не такой мегаизвестный человек, чтобы там кто-то не вместился. Вот. Поэтому приезжайте, приходите, прилетайте. И здорово проведем завтра вечер. Конечно же, жду вас всех на ретрит. Если есть вопросы по марафону, по какому-либо, задавайте, я с огромным удовольствием отвечу. А если нет вопросов, то я буду закругляться. Давайте я подожду немножко, потому что на Ютубе там большая задержка. А когда марафон? Я не опоздала? Нет, Глусенька, не опоздала. Там мы... смотрите, марафон, он... у меня есть индивидуальный марафон. Есть глубокий марафон. Глубокий марафон – это когда идут личные проработки в нем. А есть марафон, который я решила первый раз его такой сделать. Вот несколько марафонов я первый раз решила такие сделать. Они будут по минимальной цене, прям совсем копеечный, да, ребят, вы знаете. И это должно быть тогда максимальное количество людей. И вы добавляетесь в чат, все ссылки есть под каждым видео. Если кто-то что-то не найдет, как, куда присоединиться, еще что-то, то можете мне написать в личку Лафлана в Телеграм, и я там отвечу. Вот. Да, еще, ребят, мне тут вот только что вот сейчас спросили, скидки на ретрит. Да, скидки на ретрит будут. И еще будем, сделаем как бы как такой розыгрыш, во-первых, завтра. Завтра. Вот. На встрече в Сочи. И, знаете, я могу сделать для трех человек скидку на ретрит в 30%. Если мне кто-то в личку сейчас в течение, там, я не знаю, первые три человека, которые максимально быстро напишут, первые три, короче, кто напишет мне по ретриту, я делаю вам скидку 30% на ретрит. С огромным-огромным удовольствием. Так, добрый вечер. Какая подготовка к марафону нужна? Лучше быть на сухих днях? Да, нет, Александр, абсолютно без разницы. Нет. Никакой подготовки не нужно, потому что подготовки не может быть, ребята. Я это все вам расскажу. Это вы идете на обман со своим мозгом.
пытаясь сделать коллаборацию. Нет, это неправильно. Не бывает подготовки. Бывает просто путь. И мы его начинаем. Неважно, когда мы его начнем. В момент... Так. Уже вижу первая скидка. Все. Сейчас я отпишусь. Сейчас я вам отпишусь. Вот. Привет, хочу скидку на Анна. Так, все, второй человек. В Алтае. Да, в Алтае. Ну, давайте в Алтае. Давайте еще один человек на Сочи, а в Алтае, да, зафиксировала. И в Алтае тоже будет. Возьмите с собой, прошу, готов частями, смогу оплатить. Мне это нужно. Возьмите с собой. Сергей. Анюта, все, зафиксировала. По депривации как присоединиться? По депривации напишите все ссылки под видео. Так, сейчас я напишу вам свой телеграм. Если сейчас не заберут. И вы мне туда напишите, по частями можно оплатить, и по депривации я вам напишу, куда добавиться. Вот. Так что, ребятки, пишите и спрашивайте любые вопросы. Так, Вячеслав. Я из Литвы, если получится. Ну, на этот не получится, может быть, на августовский получится, на Алтай. Спишемся сейчас. Угу. Так, Вячеслав, почему Луна повернута к нам только одной стороной? Есть информация о том, что с видимой стороны Луны работают мощные генераторы. Вячеслав, почему вы говорите про одну Луну? Почему вы думаете, что у нас одна Луна? Посмотрите днем. Днем же... К ретриту нужна какая-то подготовка? Нет, не нужна никакая подготовка, нужна только ты, Яна, и все. Посмотрите днем на небо. Вы днем можете увидеть абсолютно спокойно, как минимум, две луны. Две-три луны при ярком солнце их видно. При ярком солнце, когда нет облаков. Яся, я вижу твой вопрос, но по определенным причинам я не могу это озвучивать в прямом эфире, потому что так сложились обстоятельства с соцсетями, что такие вещи сейчас запрещено озвучивать. Вот. Да, ребятки, есть еще вопросы? Если нет вопросов, то жду вас всех завтра в Сочи на личной встрече. Буду очень рада. Ну и, конечно же, ребят, 5 дней. Неразрывного времяпровождения. Если вы готовы поменять свою жизнь полностью, вот прямо полностью, не просто там узнать что-то новое, какой-то материал освоить, начать какую-то грань самого себя. Нет. Если вы готовы полностью поменять свой мир, если вы полностью готовы поменять свое тело, если вы готовы полностью поменять самого себя, найти, отыскать и стать самим собой, то вам нужно приехать на ретрит.
И там это с вами все случится. Да, бывает такое. Поняла. Благодарю. Благодарю за сердечки. Ребят, во вторник мы, наверное, с вами сделаем эфир, но, наверное, поздненько будет, потому что у меня там будут несколько встреч, и они достаточно поздно закончатся. Подготовьте свои вопросы. Давайте сделаем эфир по вопросам, чтобы не я вам что-то рассказывала про свое, я вам уже много чего рассказала. Мне интересно отвечать на ваши вопросы. Мне интересно, когда вы распаковываетесь, когда к вам приходят какие-то осознания. Подготовьте ко вторнику вопросы, и мы с вами поболтаем. Всех обняла. Всем огромное спасибо. По скидкам я прямо сейчас всем отвечу. И по Алтаю, и по Сочи. И по рассрочкам тоже все отвечу. Все. У нас с вами есть все. Мы можем все. И рассрочки, и скидки, и самые-самые нелепые какие-то предложения. Мы с вами все это можем воплотить в жизнь. Все. Всех обняла. Благодарю.